Вручение премии «Юрист года» и российской премии имени Габриэля Шершеневича состоялось в Императорском зале Казанского федерального университета. «Юрист года» – это высшая юридическая премия. Ежегодно лауреатами этой премии становятся юристы, которые внесли значительный вклад в развитие юриспруденции в Республике Татарстан. Поздравить татарстанских юристов приехал и президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Не случайно для вручения премии в области юриспруденции выбран Казанский федеральный университет. Альма-матер для многих из вас. За 10 лет работы в Татарстане ассоциация стала действительно инструментом гражданского общества. Его создание открыло дополнительные возможности для эффективной профессиональной деятельности. Награждение проходило в 5 номинациях: правовое просвещение, правосудие, за преданность юридической профессии, за оказание бесплатной юридической помощи, защита прав и свобод человека и гражданина. Вручение премии состоялось в рамках съезда Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.